Сегодня в Москве мы являемся свидетелями некой реформы образования, именно московского толка, в которую попало по различным оценкам и заявлениям, в том числе Департамента образования и руководителей ИСАГа Калины, более 700 образовательных учреждений, которые, как было сказано, самостоятельно проявили инициативу и желание реорганизоваться и сформировать некие комплексы, объединившие в себе образовательные учреждения, а иногда и образовательные учреждения и дошкольные учреждения. Таким образом, мы сегодня, на данный момент времени, имеем 684 реорганизованных образовательных учреждений. При этом нужно иметь в виду, что речь идет не только о школах, как я и сказал. Иногда ситуация складывается таким образом, что слились школы и детские сады, сливаются школы различного толка, специализации с различными направлениями образования. Все бы хорошо, но зачастую мы видим целый ряд негативных последствий и проявлений всего этого процесса. Во-первых, начнем с того, что было заявлено о самостоятельной инициативе этих образовательных учреждений и руководства этих образовательных учреждений для слияния. Но на самом деле, лично я не питаю никаких иллюзий о самостоятельности данных решений. И мне кажется, что все-таки у нас добровольно-принудительный порядок был применен, и образовательные учреждения для целей реформы просто принудительно сливают с точки зрения сокращения материально-технических затрат и управления комплексом финансово-хозяйственным в сфере образования. Вот это, наверное, самое страшное, что на сегодняшний день образование в Москве воспринимается не как сфера образовательных услуг, качество которых определяет дальнейшее развитие города и того человеческого потенциала, по которому мы на 66-м месте как страна в мире, а именно отношение к финансово-хозяйственному комплексу, которым нужно управлять, экономить денежные средства и зарабатывать. Потому что сегодня мы видим, что в Москве при наличии достаточно серьезного комплекса проблем с образованием, наличием, откровенно говоря, слабых школ, наличием профилированных сильных школ, которые хотят попадать дети и родители стараются для этого все сделать, видим, что происходит процесс слома сложившихся систем воспитания, отношения к ученикам, детям дошкольного возраста и создание неких комплексов управления образованием. Какие есть негативные тенденции, озвучиваемые родителями и, в принципе, экспертами в сфере образования? Во-первых, это потеря специализации ряда школ, потому что при реорганизации, при слиянии разного рода образовательных учреждений невозможно сохранить то направление, которое было сохранено или было создано на протяжении последних лет той или иной школы или образовательным учреждением. К примеру, нередки случаи, когда специализированные лингвистические образовательные учреждения сливаются с ортопедическими, с логопедическими, совершенно разного толка и медицинскими показаниями. И тем самым размывается та золотая нить, которой стремились родители, да и дети тянулись, давали тесты, учились, готовились, начиная с ранних лет. Тем самым мы создаем некую общую такую серую среду, в которой должны наши дети учиться, стремиться впоследствии сдать вот этот пресловутый единый государственный экзамен и в дальнейшем ориентироваться на высшее образование и, видимо, на дальнейшее обучение. Второй момент – это, безусловно, столкновение уже между самими учениками. Мы прекрасно понимаем, что есть разные школы, есть разные дети. И родители, выбирая определенную школу, во многом ориентируются на качество образования, но и на ту среду, которая находится в школе. Сейчас, сливая хорошую школу с плохой, откровенно говоря, такие школы есть, мы сталкиваем искусственно детей. Ну и третий момент, как я уже сказал, это потеря качества образования. Об этом можно говорить в общих чертах, но практика показывает, и тому соответствует утверждение экспертов в сфере образования, о том, что качество образования, безусловно, пострадает от этой реформы. Невозможно сохранить костяк профессиональных учителей и влив в него иногда просто не готовых к обучению в должном уровне детей и учителей. Поэтому, к сожалению, это направление также будет страдать. И последнее, о чем необходимо сказать, безусловно, в данном вопросе, это полноценная применение 83-го федерального закона, как мы его привыкли называть, и коммерциализации бюджетной сферы. Тот самый финансово-хозяйственный комплекс,
ради которого, ради управления которым и создаются эти комплексы для сокращения административного аппарата, в связи с переходом на подушевое финансирование образовательного процесса, мы видим, что декларированное бесплатное образование уходит в лету. Мы видим, что освобождаемые или высвобождаемые помещения объединяемых школ будут использоваться для коммерческих услуг. И, скорее всего, тенденция, я не склонен драматизировать ситуацию, но мы видим, что объективные процессы идут к тому, что школа переходит на коммерческие рельсы, как с точки зрения оплаты работы преподавателей, она, конечно, выросла, но самое страшное, что переходит перечень тех образовательных дисциплин на коммерческие рельсы. Сейчас в Москве введена даже запись электронная на дополнительное образование, сокращая возможность детей ходить в секции, получать какие-то дополнительные уроки, либо заниматься тем или иным предметом, который ребенок хотел дополнительно от образовательного стандарта или от образовательных норм, которые сейчас внедряются в школу. Таким образом, мы констатируем после Дня знаний то, что дети приходят в новую школу. Приходят с новыми проблемами, когда школы теряют возможность дать качественное образование, к которому стремились родители, готовили своих детей, теряется качество образовательных услуг. И самое страшное, что мы все крепче и крепче входим в ситуацию, когда образование будет платным. И, к сожалению, нужно сказать, что образование будет не для всех. Ну и надеюсь, что совместными усилиями депутатский корпус КПРФ, Мосгордуме, нашей Государственной Думе депутаты, мы сможем и в процессе принятия третьей уже редакции закона об образовании, в том числе внести свои коррективы, ну и, безусловно, добиться отмены 83-го федерального закона как, наверное, основы вот этой коммерциализации.